нас завтрак. Сегодня у нас что, вторник, получается, почти 9 утра. У меня жареный тост вот с такой намазкой на хлеб. Здесь у меня авокадо, помидор, лук красный и яйцо. Лимонный сок. Все это намазали на хлебушек. Сырик положили, очень вкусно. Так, что я сделала мужу? Здесь у него тоже такой а-ля бургер. Сыр, помидор, яичница, зелень и поджаренный хлебушек. Еще у нас есть круассанчики, печенье, шоколад и вкусный кофе. Здесь у меня новая серия Бизон. Всем приятного аппетита! Еще раз всем привет! Посмотрите! Посмотрите, в какой красоте мы уже оказались. Это горы, сосновый лес. И дорога. И дорога в Кемер. Мы приехали вот в этот парк Буюк. В общем, парк частный, с платным входом, с пляжем. Стояли на остановке, думали доехать на автобусе до Сарысу, а дальше оттуда взять такси. Едет автобус в Кемер, и там есть свободные места, и мы сели, и он нас здесь вот остановил прямо напротив входа в парк. Мы доехали за 100 лир вчетвером. Место где-то 250. Мэраба. Мэраба. Так, ну что? Сегодня никого не должно быть здесь, потому что сегодня вторник, день и не сезон. Поэтому весь парк будет принадлежать нам. У нас с собой еда, мы в купальниках, у нас хорошее настроение. 56 лир заплатили за четверых за вход. У меня сегодня платье, потому что мы хотим снять еще новую заставку на канал. Полетать на дроне. Сегодня у нас 29 градусов, чистое небо, без облачка. Позагораем, искупаемся, потом пойдем в тенек, в пикниковую зону. Там детские площадки. Здесь я уже вам все снимала и показывала. Так. В прошлый раз здесь маркета не было, потому что был вообще не сезон. Ой, вон там кто-то гоняет на водном мотоцикле. Посмотрите, какая красота. Кафе, бунгало, лежаки, пирс, с которого, может быть, мы будем нырять. Ну вот я вижу три человека, и вот там какая-то компашка. Все, никого здесь нет, спокойно снимем заставочку. Отдохнем. Вот такая обстановочка. Здесь песочек, дети могут поиграть в песочке. Слабый ветерочек. Ой, какая красивая гора.